Здравствуйте, пришла новая посылка с сайта iHerb. Посылочка была в пути 15 дней. Это посылочка акционная, была акция на iHerb 5 на сумму $40. Можно было взять 1720 грамм, и доставочка была бесплатная. Вот, я рискнула заказать одну из посылок в этом месяце таким образом. Ну и дошла она довольно быстро, хотя я не ожидала даже, что она придет. Распаковываем посылку. Посылочка маленькая. Сюда здесь как бы небольшое количество позиций. Самая большая — это порошок. Очень большая банка такая. Порошок Чарлис. Здесь сколько? Сейчас. 100, вроде как, 100 стирок здесь. Загрузок. Нетоксичный, гипоаллергенный. По отзывам этот порошок очень экономичный, где-то идет 1 столовая ложка на одну стирку, хорошо стирает, отстирывает, универсальный, отстирывает белое. Сейчас я его тоже попытаюсь. Такой довольно мелкая структура у него. Запах не очень такой, ну он без отдушек, без всяких ароматизаторов, поэтому так, наверное, должно быть. Такой запах просто хозяйственного какого-то мыла, что ли, или средства. Так, это накладная. Рекламка с моим кодом. Если ввести этот код SGS024, вы будете иметь 5 или $10 скидку при первой вашей покупке. В зависимости от суммы вашей покупки. Ну, это бесплатный образец. Это от Madre Labs, Madre Bis, бальзам для губ. Какой-то еще дополнительно положили витаминчик детский, мультивитамин, минерал, наверное, для детей, в жидком виде, 5 миллиграмм пробник. Упакована, чтобы не разбилась пудра, минеральная пудра. Решила попробовать ее. Ну, то есть она как бы идет отдельно, продается блок, куда вставляется сама пудра и отдельно пудра. Ну, я решила сначала начать с пудры, если понравится пудра. То есть стоимость просто блока, ну, упаковки, или как, я забыла, как это называется, стоит столько же, сколько это пудра. Это Honey Bee Garden. Такая пудра. Ну, по цвету я как бы не ошиблась. Мне подойдет для смуглой кожи. Хорошая такая. Не сильно матовый. Я не люблю сильно матовые. Так, и еще тут должны быть духи. Не знаю, это такой риск заказывать. Это от Экобелла. Здесь на ароматических маслах. Амброзия. Де парфюм. Спрей. Парфюмированные, короче, духи. Здесь я почему заказала. Я люблю пачули, здесь в составе есть пачули. Ну и, конечно же, натуральный сам по себе запах. Вот. Даже здесь откручивается.
Ну, такой желтый концентрированный духи, как вот старых-старых времен, такие ретро. Не знаю, что-то интересное. Надо еще внюхаться, подойдут, не подойдут. Вот такая небольшая посылочка с сайта iHerb из Америки. Дошла за 15 дней, совершенно бесплатная доставка. Еще можно успеть, до конца октября идет такая акция на $40, если вы наберете товара, то вам доставят бесплатно. Правда, это будет без отслеживания, без номера отслеживания, вы ее не отследите. Вот иногда они теряются. Ну, я с мая месяца первый раз рискнула, повелась на такую бесплатную акцию. Спасибо за внимание, до новых встреч!